критиковать я не буду. Не надо, да, все. Можно покритиковать только в том плане, что все ты делать умеешь, но не делаешь пока везде. Знаешь, как обработать прифермерские участки? По маршруту не к чему придраться. Знаешь, как пахать? Качество, конечно, пока еще никудышное, плуги не отрегулированы, гребни получаются. Знаешь, что такое? Аграрии тебе расскажут, если не знаешь. Но я думаю, это поправимо. Мелиорацию умеешь делать как надо. Дрова заготавливать, дров хватает. Где надо, дрова лежат, не используешь газ, там, дизельное топливо и так далее. Это говорит о том, что люди наши умеют. Все умеют. Все как надо. Не хуже, чем там на этом Западе, где все частное. Но не всегда делаем, не везде. Поэтому я это клоню к тому, что в будущем году жим будет очень жестокий. И по вымочкам. Мы рассказали все, как делать. И по зимнюю шменю, и как вовремя посеять. Посеял же? Посеял. А зимы вовремя, как никогда. Да. В былые времена мы в это время половину только высевали. А сегодня уже все посеяно. Всходы вроде бы выровнялись после этих дождей. Ну, худо-бедно, неплохо. Идет подъем зяби. Осталось убрать кукурузу, ну, небольшие площади. Ну, уберем на зерно. Зерно, да, у нас силос там день-два. Уберем. Мы уже научились у тебя в крупках, по-моему. Да, мы да. Даже весной убирали. Специально поле оставили, убрали, весной хорошее были, зерно хорошее было. Конечно, на это ориентироваться не надо. Вот такая погода. Да, убираем. 2-3 дня надо закончить тебе с кукурузой на зерно. То есть умеешь делать все. Желательно, чтобы это было везде. Почему не везде? Дисциплина. Всего хватает, умеем делать, трактора, техника, но дисциплины где-то не дотягивают. За зиму всех надо закрутить, завертеть. Ты-то будешь работать губернатором, поэтому надо заставлять людей работать так, как надо. А мне за что? Вот, может, президентом будет, поэтому ты его не оставишь. Ты его не оставишь губернатором, если вы будете президентом. Не, подожди. Вот, видишь? Вы будете видишь? Он уже. Да. Поэтому надо доводить до ума наши поля. Тем более губернатор же рядом, умеет все делать. А он делает все, как я делал. И, молодец. Да, и местами, да. Молодец. Витагра программу полностью повторяет. Он молодец. Он перебрал местами, где хорошие были земли и почвы, он их не обрабатывал как надо, не получал достаточно отдачи. А все новое уводил. Ну, логика такая. Надо там, где есть, получить хороший урожай. Ну и потихоньку добавлять. Ну, он вперед рванул. Ну, тоже, наверное, неплохо. Особенно тем, кто после него работает. Потому что, пожалуйста, вот площади. Контурность полей была увеличена, я так понимаю. С 5 до 20 гектар. Это большое дело. Но это по его расчетам, ты знаешь, как, нет, это госкомучество. Как Косинец считает, это мы знаем. Но это правда. Да. Поэтому этим придется заниматься, и культуру земледелия надо поднимать. Но по животноводству мы уже определились. Значит, ну, в этом году, видите, результат будет почти 750 тысяч кукурузы. Ну, это не одно. Только Александра Генриховича и Косинца заслуга, это и Господь тебе помог. Как никому центральному региону Господь помог. Значит, ну, мы в прошлом году говорили, что мы с вами нагрешили, но не каждый год же. Ну не, да. В этом году уже отмолили. Мы грешим, но не каждый год. Не каждый год, да.